Делегация молодежи из Северной Осетии планирует презентовать на Всекавказском молодежном форуме «Маршрут-2011», открывшемся в Пятигорске, около 140 социально-экономических проектов. Всего в состав делегации войдет около 200 человек от нашей республики. В течение первого потока, который стартовал 3 июля, ребята представят проекты по развитию волонтерского движения, а также в направлении сервиса и туризма. Во втором потоке – в направлениях журналисты и блогеры и предприниматели и инноваторы.